Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. В минувшую пятницу во время сильных порывов ветра в третьем микрорайоне Десногорска на крышу магазина упало дерево. Эти кадры нам прислал телезритель, который стал очевидцем происшествия. В результате была повреждена система кондиционирования торгового центра. Для устранения последствий на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. На время проведения работ для пешеходов и автотранспорта был перекрыт доступ на территорию. Дерево распилили и убрали с проезжей части. По словам начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрея Воронцова, пострадавших нет.